существует такой грусти, с которым бы не справилась чашечка ароматного кофе. Возможно, сейчас не хватает бодрости, возможно, сейчас какая-то грусть у вас. Все, забываем, потому что именно свежего сваренный кофе справится с этой задачей, взбодрит, разбудит, подарит прекрасное настроение, вдохновит на новые свершения. И поможет нам в этом сегодня капельная кофеварка от российского бренда Homestar. Кстати, впервые в истории телеканала Шопен Шоу это центральное предложение дня на 2 часа, только на 2 часа, поэтому нужно успеть побаловать себя. Ну и представит нашу капельную кофеварку Александр Новиковский. Я сегодня еще утром кофе не пила, у нас сломалась тут кофеварка. Так тебе с молочком? Нет, с молочком. Или без? Или просто со сливками? С или глиссе? Нет, мороженым. А можно? Ребят, ну это есть глиссе. Ребят, принесите мороженое. Сегодня все будет, потому что перед вами представлена уникальная капельная кофеварка, которая позволяет, посмотрите вот сюда, как она именно капельным путем спускается вниз нашего чайничка. Вы сейчас сами все увидите. Но именно капельным путем позволяет, пока вы занимаетесь своими делами, пока вы готовитесь, например, пока вы готовитесь к прохождению дня, как бы, да, ваше кофе варится само благодаря капельной кофеварке, потому что с помощью нее можно сварить сразу 6 чашечек, благодаря тому, что здесь 600 миллилитров идет объем самого резервуара, который позволяет наполнить, вот видите, вот эти 6 чашечек, о котором я говорил. Ну и, конечно же, сам чайник, который уже у нас вовсю, уже давайте прям уберу стаканчик, чтобы было видно, наполняется вкусным ароматным кофе. Обратите внимание, уже, а? Уже шикарно, правда? Уже чувствуешь, да? Ритуал, а, да. И опять же, за счет того, что здесь дно у нас нагревается, то есть сама платформа, на которой стоит чайник, она металлическая и при этом подогревается на все время. То есть, если даже вы задержались во время чистки зубов, а кофе уже приготовился, оно останется горячим. Даже если вы убежали, например, на работу, а после ваш супруг встал, а кофе еще горячий, и ваши близкие еще наслаждаются и просыпаются с помощью вкусного ароматного кофе. Ну что тебе, глиссе говоришь, да? Да, ну, пока давай, ты делаешь глиссе, я скажу всем нашим любимым телезрителям, цена сегодня снижена специально для вас. 1299 рублей. Вы окупите, на самом деле, за неделю. Вы получаете кофеварку, фильтр, колбу на 600 миллилитров, то есть 6 чашечек сразу готовы за 3 минуты и 12 месяцев гарантии. Вот такую легкую, волшебную вы получаете. Более 1500 покупателей уже выбрали от этого бренда кофеварку. Ну и присоединяйтесь, потому что очень легкая, посмотрите, компактная, простота в использовании, просто идеальная. Кстати, только ли кофе можно использовать? Ну, на самом деле, не только кофе. Ну, во-первых, вот тут ложечка идет в комплекте. Вы, простота абсолютно интуитивно понятна, как заполнить. Вы наполняете резервуар, обратите внимание. И дальше не забывайте засыпать кофе, нажимаете кнопочку, и процесс пошел. И вот у нас отзывы всегда вдохновляют. Татьяна Михайловна из Омска. Компактная, простая в использовании, быстро делает кофе. Ну, конечно, я о чем говорю. У нас очень много телезрителей писали, очень много заказали. Наслаждаются уже каждое утро кофе. Многие брали в подарок кому-то, потому что, ну, здорово. Не нужно больше, знаете, заказывать дорогой кофе где-то в кафе. Все, сделали с утра на всю семью. Кстати, всегда будет теплый, даже если несколько человек у вас в семье. Удобно. Так, теперь посмотрите. Это твой кофе? Чувствуете? Аромат. Тебе побольше мороженого или побольше кофе? Мне побольше мороженого. Слушай, давай тогда вот так вот я сделаю. Да, так я на, вот этом так на этом остановлюсь. Ну, а дальше посмотри. Так, вот пока дальше ты делаешь, смотри, я у тебя спрошу, да? Забрасываю как у шеф-повара. Да. Вот какие секреты. Ну, я не бариста, сразу предупреждаю, я шеф-повар. Но, тем не менее, но, ты создал вот какой вкусный для меня. Смотри, глиссе, это для тебя. Ну, спасибо. Чтобы ты сегодня была добрая. Расскажи, как мы быстро... Вот я должна выпить пока чашечку кофе, потом я смогу собраться с мыслями, понимаете? Вот. Итак, жду твой рецепт. Так, ну, для этого начнем с того, что нам нужно кофе 90 мл, ну и также мороженое 30 грамм. Немного можно добавить корицы, сахара по вкусу, корицу тоже по желанию. В принципе, ваша глиссе готова. Ну а дальше все это можно посыпать шоколадной стружкой или миндальными лепестками, все это украсить. Я тебе сделал самое простое. Я знаю, ты не любишь миндальные лепестки, не любишь шоколадную крошку, а любишь просто сливки и мороженое. Поэтому я так и сделал, как ты любишь. Забираю. Спасибо, слушайте. Тебе вкусно? Кстати, а стакан какой прозрачный. Кстати, я хочу ответить на твой вопрос, который ты сегодня уже задавала, что можно ли приготовить только кофе или еще какие-то напитки. Хочу вам сказать, что можно любые напитки. Это касается какао, даже просто травяного чая. Даже не просто травяного, даже обычного чая, который обычно бывает россыпи. Смотрите, что нам для этого нужно. У нас я уже засыпал уже заварочку вовнутрь. Загляните вовнутрь сверху, пожалуйста. Да? Вот. И кроме этой заварочки я еще добавлю, знаешь, что? Ты смотри, там и ромашка, и мелисса. Все внутри присутствует. Но я думаю, чего-то не хватает. Не хватает немножко тимьянчика. Так, чабреца. Да, давай. Вот это авторский.
смотри, сейчас смотри. От тебя, а? Ну классно, да. Правда? А теперь все это, любые специи можно также добавить. Ну, вот дальше вставляем чайничек вовнутрь. Да, здесь у нас есть капля стоп, обратите внимание, давайте вот прям пальчиком покажу. Вот она, капля стоп, потому что как только мы убираем чайник, то эта пупышечка, бубылочка, как она, ну не знаю, короче, она опускается вниз. И капля не идет. Ну а когда вы вставляете чайник, эта бубышечка, она просто поднимается кверху, и поэтому останавливается и набирает потихонечку, как раз-таки собирая. Ну все, воду я уже залил, чай зарядил, включаем. Пока у нас готовится чай, предлагаю с тобой вместе приготовить, зарядить целую кофеварку с кофе, чтобы приготовить кофе. Обязательно. Вот посмотрите, то есть вы получаете многофункциональную капельную кофеварку, в которой можно... Любите цикорий, пожалуйста, любите чай, пожалуйста, ну и, конечно, ароматный кофе с утра. Ведь согласитесь, это традиция, это ритуал, потому что, ну, без этого у многих день не задался. Все, 6 чашечек кофе за 3 минуты. Вот легко ли справиться, например, моей маме? Слушай, будет, я тебя умоляю, моя бабуля легко справилась, не читая талмуду разные инструкции. Посмотри, как все просто. В комплекте есть фильтр, посмотри, с тонким ситечком, видишь, но можно даже еще дополнительный фильтр поставить, например, бумажный, тогда будет еще насыщеннее кофе, оно и так неплохо получается. В комплекте есть ложечка, с помощью нее ты заряжаешь кофе, опять же, в зависимости от крепости, чем больше ты кофе добавляешь, тем крепче, что-то не пьешь, тем крепче кофе получается. То есть мы заполнили наш резервуар, а теперь его возвращаем обратно, обратите внимание. Дальше нам нужно наполнить водой, смотрите, мы накрываем. Открываем заднюю часть и наполняем его водой. Просто водой, полностью. Ну, и в зависимости от того, сколько чашек нам нужно. Не обязательно готовить 6 чашек, например. Можно было кофе положить с расчетом на 2 чашки или на 4 чашки. Но мы наливаем именно на 6 чашек, потому что нас здесь народу много. И да, вижу, очередь, вижу, все кстати. Еще спят. Посмотри, все реально спят. А знаете почему? У нас сломался здесь, в телеканале Шопеншоу, у нас в коридоре сломался кофемашина. Поэтому сегодня все немножечко злые, а мы хотим подарить прекрасное настроение. Нажимаем на кнопочку. Будем угощать кофе. Кстати, например, у меня у мужа на работе именно капельная кофеварка, поэтому никогда не сломается, поэтому очень быстро и удобно. Все всегда готовят для себя свежесваренный кофе. Так, давайте мы угостим кофе. Так, кто? Да, подожди, ходите, я сейчас ходите. Наливаю. Есть. Я наливаю, сейчас налью кофе. Так, подожди, ждем, подожди, не торопись. Я знаю, он любит сладенькое. Я пока говорю. 1299 рублей у нас капельная кофеварка от российского бренда Homestar. Поддерживаем российский бренд и угощаем всех сегодня. Прекрасным настроением и вкусным.